Как решают сложные ситуации разные знаки зодиака? В этом жизненном наблюдении многие наверняка узнают себя и своих знакомых. Итак, если трындец случился у Овна, Овен его решит. Любой трындец. И сразу. Сам гордо, молча. Тельца, Телец его решит. Потом всем расскажет. Всем, чтобы подстраховаться, напишет в газету. Чтобы точно всем. Близнецов, они поделятся. Постараются отдать все Овну, но если Овен на все не согласится, отдадут Стрельцу. Рака, он начнет рыдать заранее, и чтобы он заткнулся, кто-то возьмет весь трындец на себя, раковые жеванные сопли. Если никто этого не сделает, Рак прекрасно сделает все сам. Какого хрена было ныть, вообще непонятно. Дева расстроится. Особенно если она этот трындец не планировала. Дева подумает. Найдет решение. Решит. Сделает выводы. Льва, Лев созовет всех. Сам расправится с трындецом. Поклонница возьмет цветы, даст автограф и уйдет. Весов, Весы взвесят трындец. Взвесят еще раз. Придут к выводу, что как-то многовато, и отвесят кому-нибудь вроде Льва или Овна. При попытке отвесить Деве сразу получит по лбу, у Девы трындецей только по расписанию. Скорпиона Скорпион посмотрит. Весело скажет, та трындец какой-то. И забьет. Стрельца Стрелец расстроится. Потом повеселеет. Потом будет долго смеяться над собой, над трындецеом, вспомнит, какие трындецеи у него еще были в жизни. Всем вокруг расскажет и забудет. Если трындец сам собой не пройдет, его скорее всего придется решать какому-то льву. Козерога, Козерог постарается сразу отказаться от трындеца, заявив, что он не хочет. В 90% случаев это почему-то канает. Если совсем не проканает, Козерог все решит в лучшем виде. Но обязательно за чужой счет. Водолея, Водолей начнет его радостно изучать. Потом напишет книгу. Если такой трындец у него уже был, заскучает и начнет искать близнецов. Трындец от этого все равно никуда не денется, близнецы откосят сразу, но станет веселее. Рыб, в отличие от рака, рыбы плачут тихо. Поэтому трындец у них вечный, решают они его сами. Никто им не помогает, а они уже и не ждут. Теперь вы знаете, как решают сложные ситуации разные знаки зодиака. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.